Сегодня у нас торжественное событие. Сегодня мы собрались все вместе, чтобы поздравить наших дорогих, уважаемых преподавателей и мастеров производственного обучения с профессиональным праздником – Днем Учителя. Тяжела и трудна работа педагога, но есть один день в году, когда, отбросив все заботы, тревоги и проблемы, встречаясь с учащимися и коллегами в уютной обстановке, он должен быть счастлив. Этот праздник – День Учителя. Так хочется найти подходящие и достойные слова. А это не так просто. Ведь День Учителя – это день детства и юности, это день любви и надежды, это день опыта и мастерства. Люди, однажды пришедшие сюда по зову сердца, никогда не покинут этот вечно кипящий страстями дом. И пусть в этом доме всегда будет много улыбок, добра и тепла. Вам, дорогие наши коллеги, и посвящен сегодняшний концерт. Лариса Евгеньевна.
преподавателя Сотникову Юлию Сергеевну. Особую благодарность не только за их профессионализм, но и за огромное терпение и человеческую мудрость. Сегодня мы рады приветствовать в нашем зале замечательных людей, которые отдали частичку своего сердца, своих знаний учащимся, учили уважать и любить свой народ, свою родину, подарили знания и веру в свои силы, в чистоту и доброту человеческих отношений, в идеалы добра и справедливости, а еще уважение, профессионализм и труду. Мы приветствуем наших ветеранов педагогического труда. Потоцкий Александр Сергеевич, один из самых опытных специалистов в Белгородской области образования. Кащинский Иван Витольдович, Лавочко Людмила Сергеевна, журналистка, дружина, активистка, очень инициативный работник и просто красивая женщина. Добродей Валентин Григорьевич, талантливый, даже грамотный, креативный и никогда не улыбающий человек. Спасибо вам огромное, что вы... Если мы вместе, если мы здесь, значит, не зря день бессонные ночи,
Значит, кому-то нужны были очень. Будем нужны. Были, будем и есть. И если в глазах мы читали спасибо, то жизнь состоялась и удалась. Давайте жить честно, открыто, красиво, в работе, как прежде своей, створясь. Ведь надо же как-то мальчишек, девчонок вести по ухабистым, сложным путям и жертвовать чем-то, чтоб каждый ребенок хоть мысленно был благодарен всем нам. А сейчас для вас прозвучит музыкальный подарок от Ольги Скрипцовой. Поприветствуем. А сейчас для мамы два, Настя Каменский и Пахта. Слышу старый песни мотив, что сама напевала не раз. И глаза закрываю на миг, забыв, что я дорогая сейчас. Эта песня песни прошла, Yeah.
Yeah.
композицию «Листья желтые». Встречаем! И они.